Здорово, пацаны. Здорово. Хеллоу. Баран, это не ты, Ин. Чё? Ну ты ютубер или чё? Нет. А, тогда иди. Зелёный привет. Здорово. А ты ютубер, да? Нет. Мне кажется, что да. Мне кажется, что это ты он. Ютубер. И ты Ин. Да, это он. Да как так-то? Йоу! Привет! А я в видосе? Да. А когда видос? А когда видос? А когда видос? А когда видос? Инк. Завтра. Правильно. Я впервые тебя встретил. Я тебе тоже. Хорошо. Ну-ка, скажи что-нибудь на английском. Нет, что? Это что, проверка? Да, да, это проверка. What you want, my friend? Нормально? Здорово. Прошел проверку. Дожил уже называется, когда по-русски говорю, меня не узнают. У тебя просто английский слишком замечательный. Алло. 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 Даро, даро. Привет, привет. Тебя как звать? Меня? Инк. А тебя? Да ты не Инк, не пи***. Ну ладно, как скажешь, ты спросил просто. Хотя голос даже похож. А кто такой этот, как ты там его? А, Инк? Да-да-да. Ну, типа ютубер. Ё-моё, он раньше еще по ЛФБ хуйнил видосики, время было. Согласен. Сейчас скатился, дизлайк, отписка. Да нет, сейчас тоже контент. Тоже норм. Типа просто... Одобряешь? Да, конечно. Одобряю. Не, ну тоже контент звучит, конечно, нормально. Ну, мы люди консервативные, понимаешь, как бы, подписчики. Нам все нравится, да? Все, собрались. Собрались, разобрались, пацаны, резко, быстро, моментально. Все, вместе сейчас собрались, да, в Трансформере и всех херачим. В натуре, ебать, сука, автоботы, рейнджеры, самураи, чисто, нахуй, объединяемся, ебать. Давай проверку на Инка ебанем, а? Ну. А как зовут школьника, с которым ты две... Зарзас. Да это его похоже, короче. Хорошо. Как зовут твоего основного кореша ЛФД? Ну, вернее, его ник. Аир. Бля. Оу, мам. Мы со стримером. Мы на ютубе, пацаны, нас снимают. Еее, вообще жесть. Чё делать теперь, пацаны? Чё-то не отбивают. Да всем пофиг. Да, тут, типа, мы на ютубе. Это главное, да? Всем привет. Какой всем привет? Только я и ты. Ты чё, меня не узнал? Ты вообще кто? Да так, всего лишь бог-легенда видеоигр, топовый ютубер и просто скромный парень. Ясно, небось пока за 300к. Не, я сейчас на ноуте. Чё за ноут? С 6-ядерным 12-поточным AMD Ryzen 5 4600H с тактовой частотой до 4000 ГГц. GeForce RTX 2060 с 6 ГБ памяти. 16 ГБ оперативной памяти DDR4 1200 МГц. SSD диском на 512 ГБ. 13.6-дюймовый IPS-дисплеем с частотой обновления 144 Гц. А можно как-то попроще и своими словами? Я могу долго рассказывать про данный ноут, какой он классный и все такое. Но хочу вкратце поделиться с вами своим личным мнением и опытом. Если вам действительно интересно и вы задумались о покупке нового ноута или даже ПК, то настоятельно рекомендую обратить внимание на ноутбук Lenovo Legion 5 на базе AMD. Он имеет оптимальные параметры и подойдет для тех, кто за ноутом не только играет, но и работает. При этом он рассчитан на тех, кто не хочет переплачивать за ненужные функции и сосредоточен на базовых потребностях. В первую очередь бросается и одновременно не бросается в глаза очень сдержанный дизайн, который не кричит о том, что это игровой ноутбук. Мне это сразу понравилось. В нем нет ничего лишнего, каких-то дополнительных дисплеев, подсветки. Аккуратно подсвечивается только клавиатура, которая, кстати, очень приятная, как в играх, так и при обычной печати. Разрешение монитора Full HD, чего более чем достаточно для 15,6 дюймов. IPS-матрица с полным охватом sRGB. Частота обновления 144 Гц и время отклика 3 миллисекунды. Идеально для игр, фильмов, работы с фото и видео. Сердцем ноутбука является Ryzen 5 4600H. Это 6-ядерный 12-поточный процессор, который на ура справляется с играми и созданием контента. Про то, что процессор Intel лучше, уже давно устаревший стереотип. Вот вам актуальная статистика популярности процессоров, где видно преобладание на рынке AMD. Не говоря уже о том, что некоторые крупные корпорации уже отказались от Intel в сторону AMD. Видеокарта RTX 2060 с 6 ГБ памяти.
По статистике Steam, это самая народная железная видеокарта из всей 20-й и 30-й серии RTX. У ноутбука серьезная система охлаждения. Разбирать его я, конечно, не буду, как и устраивать стресс-тесты, потому что лично мне ноутбук нужен для работы и отдыха, а не стресс-тестов. При обычном использовании ноутбук очень тихий. А вот при долгой нагрузке в тяжелых играх... Справедливости ради хочу сказать, что, во-первых, это нормально для любого современного мощного ноутбука из-за их конструкции и специфики. Зато он не перегревается. Во-вторых, лично я надел наушники и вообще не испытывал никакого дискомфорта. А чё по деньгам? Я был приятно удивлен, особенно учитывая сегодняшние цены на те же видеокарты, что данная модель ноутбука со всеми перечисленными параметрами стоит всего 100 тысяч рублей. И я с уверенностью могу заявить, что по соотношению цены, качества, дизайна, производительности вы не найдете сегодня ноутбука лучше. Но не верьте только мне, посмотрите другие более подробные обзоры на ютубе, почитайте отзывы на Яндекс.Маркете и убедитесь в этом сами. Все ссылки я оставлю в описании. А я желаю каждому из вас приобрести данный ноутбук. Это не он, стопудов. А кто это? Я не помню, такой ник или нет. По-моему, такой. Види в YouTube Inc. Который, блядь, через стенки стреляет? Нет. Я чё-то сейчас вот в лучшие моменты зашёл, ебать. Он тупо на Мирамаре к стенке подошёл, на Е нажал, блядь, и у него через стенку, блядь, начал человек стрелять. Чё, там мечитер какой-то? Вы знаете этого челика? Ну, это не он. Эй, лох. Желток. Что за негатив? Инк? Кто? Ты. Я Хсинк. Хсинк. Забыл, да. Читать не умеешь. Чё, видосик пилишь? Играю. А ты? Тоже играю. Супер. Значит, давайте играть. Давай. Здорово, ребят. А, здравствуйте. Забор покрасить. Чего? Ну, типа, здрасте, забор покрасить. Что не катка, то шутники какие-то. Это юмор такой. Это хотя бы в рамках каких-то приличий. Погоди, еще, может, мы еще плохо его знаем. Подожди, еще горяк, да, горячих точек не было, подожди. Знаешь, как могу кричать? Ну, это вообще голосовой, небось, все включен, да? А, ну, когда я, типа, лох, то да, там, типа, когда меня пушат, я там прям, о, тигр еще тот. О, подожди, погодь. У второго что-то ник знакомый. Да не. Это ютубер ник. Да это не он. Ну не факт, короче, но поп, давай. Не, ну это факт, потому что я по голосу понял. А чё молчишь? Чё не здороваешься? Совсем зазнался? Ну привет. Ну здорово. Так погодь, вдруг он блефует, подожди. А я вчера его видосочек. И что это значит, что я он? Это же ничего не значит. А если бы ты чекнул видос позавчера, то что, поменялось бы что-нибудь? Конечно. Я бы не поверил. Вижу типа. Дал молик. Это петух, ты кайся. Давай, тигр, твой выход. Сейчас я с ним поговорю, подожди. Братишка, привет! Не убивай нас, с нами девушка. Не убивай нас. О, с нами, короче, девочка, она просит, чтобы я не убивал. Бро. Видишь, нет. Малой. А, ты на крыше, что ли? Ты чё мне хае дал? Я тут с тобой мирно хотел. Ну, бесстыжий, бля. Ну, на треть. Петух. Да подожди. Так, я вообще сейчас выключил, пошли. Я тоже отключил. Туда не ходи, сюда ходи, идём. Парень, привет! Я пришел тебе жопу надирать. Иди сюда, где ты? Это нас, нахуй. КГБ. ОМОНовцы врываются, давай, тигр. Страшно, да? Эй, где ты? Мне самому страшно уже. Ты где спрятался? Малой! Я твою мамку в ресторан свожу. Нет, давай вот это вот уже попроще. Нет, ну зачем? Я же не похаб уже. Ой, ты где лежишь, ты дал? Ну ты и бесстыжий. Подожди, тёлку положили. Девушку. Ой, что это было? Не добивают, смотри, я же их не добил. Ух ты, говно, иди сюда. Ты чё, говно, ты зачем так сделал, а? Извиняться будешь? Давай с тебя начнем, ты извиняться будешь? Тёлка, не тёлка, что это? Ладно, сорян, окей.
девушка. Where are you from? I'm from Russia, and you? Интересно, настоящий или так по приколу сделал? Сука, блин. Сука, непонятно, настоящий нахуй или обычный пародист. Парадайз. Просто видосик у него угарный, типа, мало ли вдруг я попаду в выпуск. С нами сколько подключили? Два человека я видел, две. Два штука. Я не могу понять, знаешь, трудно распознавать голоса, когда ты тупо 24 на 7 сидишь на ютубе и смотришь столько видосов, то что все голоса нереально запомнить. Ну уж голосынка мог бы и запомнить, это ж топовый чувак. Не льсти себя. Вот смех прям очень похож, он также угорает. И я старался, да, я очень долго тренировался. Почему здесь нельзя, как в других играх, профиль чекнуть? Я бы давно бы профиль посмотрел. Ты можешь просто сравнить ник, ник другой нельзя использовать в PUBG. Вот и все. Разве нельзя ник такой же использовать? Нет. А нет? Сука. Я, конечно, попадался пару раз к стримерам, к ютуберам на видосики, только в других играх. Но это не то совсем, я понимаю тебя. Попасть к инку — это совершенно другое дело. Конечно. Другой уровень, понимаешь? Инкушела, инкульчик. Да, мой сладенький. Блин, я твой последний ролик не посмотрел. Я уснул, я Counter-Strike смотрел. Потом увидел тебя, и все, и уснул. Ну, в принципе, все мои ролики вызывают такое состояние сна. Блин, на самом деле, крутой чувак. Блин, люблю тебя смотреть. Даже жена любит смотреть, ну, про русских особенно. Когда ты над русскими играешь. Спасибо. Смешно очень, классно. Что? Кто-то у нас что, блогер, стример? Нет. Здравствуй. Добрый день, вечер, что у тебя там? Ты что, инка не знаешь? Ты что, не знаешь инка? Ты что, охренел? Нет. Все, дизлайк, отписка. Инка, дизлайк. Ты зря играешь в эту игру. Дизлайк, отписка. Зря живешь. Вообще просто, как ты жил? Сорян. Сколько подписчиков у тебя? Сейчас скажу. А можно грубо. Любишь грубо? Оу, ма! Или ты просто грубиян? Я имею в виду, можешь не точно, там, примерно. Больше, чем 10 тысяч? Да. Слушай, как ты добился этого? Контент просто классный. Зарядка по утрам, здоровое питание, не курю, не матерюсь. Крутой чувак. Я, блин, все стримлю 2 месяца, у меня даже штуки не набралось. Лох. А кто такой? Я вот не знаю, пацана. Тоже не знаю, объясните уже. Короче, типа, играет в PUBG, всякие нарезки делает. Вообще топовый чувак. Понял. Хорошо играет? Просто как бог. Лоха. Просто как лох или просто как бог? Ну, временами. Вон они, вон они, вон они толпой бегут. Вай, бля, быстрее. Стой, стой. Стрей. У, ёбышки, воробушки, бля. Погнали. Он вылез. Нет, блин, нет, упал. Блин. Ты, сука, инвалид, ёбаный шаг, блядь. Упал. Контент, нахуй. Позови быстрей! Ёбай, греби ластами, блядь! Она в мою сторону едет! Тут, снизу! Блядь! А вы туда ходили, а там уже стоят. Ёбай, хорош инг, боженька, блядь! Ворачивайся, ворачивайся! Рискуй своей жизнью, брат. Отче наш на небеси, спаси нас. Это что, туманчик вам зайдут? You're the last one. Complete the mission. Вон, вон, над тобой прям. Над тобой прям слева, слева, вот он. Вот он, спереди. Как он был? Я в ахуе, такие тупые, блядь. Ты демон, ты стример, да? Ты зону попробуй зайти, жрать будет. О, вон он тебя спалил. Да он тоже тупой, сука. По тебе. Я не в зоне. Бо, град. Hello there.